Вкусный чай, легкие закуски, непринужденное общение. В неформальной обстановке прошел деловой завтрак с представителями банковской сферы. Важно то, что мы создаем единую платформу, именно платформу общения между банковским сектором, жителями, предпринимателями города. И вот здесь как раз администрация, роль модератора, который все заинтересованные лица, заинтересованные структуры именно собирать на одной площадке. За завтраком обсудили несколько основных вопросов. Первый – как будет строиться работа банков в сегодняшних реалиях? Требуется ли поддержка администрации? А также обсудили реализацию совместных проектов. Ежегодно мы участвуем во всех аукционах, проводимых администрацией по финансированию муниципального бюджета. У нас более 14 офисов на территории. Сбербанк остается, был и остается основным финансовым учреждением на территории городского округа Химки. Деловой завтрак посетил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Он обратил внимание на необходимость проведения информационной работы о новых изменениях. Информационной кампании по разъяснению нету для людей. Да. Каждый день собираемся, встречаемся с жителями. Многие люди тревожатся за то, что недостатка информации. Не забыли и о предстоящем празднике. Участниц встречи поздравили с наступающим Международным женским днем.